Сегодня мы собрались по вопросу окончания проекта BSB-1010 «Розвиток до просувания спинной спадщины». Начало проекта было 1 июня 2020 года, и он был рассчитан на 24 месяца. То есть в течение 24 месяцев мы должны были завершить план, который был разработан совместно с румынской и болгарской сторонами. 1400 гривен. Потом путевник усталого туризма болгарской громаде. 344 025 евро. Это 92%, которые финансируются из бюджета проекта. И 8% это 29 915 евро на долю Болгарского городского совета. То есть изначально были выделены такое финансирование. Я попыталась сегодня в своем выступлении показать вам, в общем-то, поэтапно каждый из разделов этих закупок. Первое. Это организация мероприятия, это пресс-конференции, это брифинги для журналистов. Следующий этап – это выробництво информационного фильма, распространение информационного фильма, фильму «Историчный, культурный и природный спадщина болгарской громады». Бизнес-форум нам пришлось проводить опять в Кагуле. Огромное спасибо Болгарскому городскому совету, огромное спасибо отделу культуры, всем представителям локаций, центров гагаузской и болгарской культуры. Проект проходит стадию завершения, но мы большую часть работ сделали. Конечно, дом Малевинского у нас не закончено, все, что мы запланировали. Стройка не закончилась, потому что она еще должна будет продолжаться, и еще надо будет нам искать средства для того, чтобы благоустройство провести.